Про бой с крабом. Краб вчера что-нибудь это. Тебе ответил? Да, мы с ним разговаривали, просто надо найти человека, который готов заплатить деньги. Типа, это либо наше дело, либо бои. Ну как бы мы переговоры уже начали. С кем? Я не хочу называть пока, типа, не в стадии такой, что готово. Но это промоушен большой. Да, это промоушен большой. Если у нас получится договориться, то будет бой. А пока что краб говорит? Обсуждения. Вообще сам. На этот счет. Бля, ну видите, рано все карты раскрывать. Давайте это будет постепенно. Но вас ждет экшен, я уверен.